Приветствую всех. Сегодня мы коротко пробежимся по обновлениям, изменениям в обновлении, которое было сегодня 24 числа, 24 марта. Достаточно глобальное обновление в игре. Добавили у нас самые такие основные моменты. Это война между гильдиями, возможность обмена бижутерии ненужной. Пока доступно только легендарное оружие и эксклюзивная золотая и оранжевого цвета получается. И также добавлен нас, можно точки доставать из оружия, отдельное строение можно построить на вашей приватной территории и таким способом доставать дополнительные точки. Разберем по порядку, все постараюсь покороче делать, поэтому так основное пробежимся. Войны между гильдиями. Можно, соответственно, объявлять войны до 10 гильдий за раз. Стоимость объявления войны 3000, 3 миллиона точнее, серебра из фонда гильдии. Дальше требуется продление, если вы хотите продлевать, то по 500 тысяч каждые 24 часа это все будет стоить. Соответственно, гильдия воюешь, кто больше набрал очков, тот в итоге забирает часть фонда, который выигрывает, который разыгрывается. Что у нас еще есть? Из такого добавили у нас обмен артефактами. Специальные билеты у нас появились в игре, с помощью которых можно обменивать вашу бижутерию, которые у вас есть, ненужные, которые вы достали, например, из шкату. Сейчас я звук уберу. Билетики выглядят таким вот образом. Их можно достать следующим образом. Это из магазина, за шоп, за купить за жемчуг. Купить можно... Точнее, выбить можно с боссов, либо же за какие-то ивенты и за какие-то задания. Они тоже присылают, в принципе, вот эти вот свиточки. Их юзать можно в магазине ЖКТУ, если у вас есть какая-то бижутерия, которую вы хотите поменять, голдовая или выше ранга. Можно использовать эти билетики и, соответственно, обменять на то, что вам нужно в данный момент выбрать. Соответственно, не может быть пока обменена легендарная бижутерия, реликвия и также уже заточенная какая-то бижутерия тоже не подлежит обмену. И также за, как говорил, за можно достать эти свитки просто дроп с монстров или же купить пока в шопе. Ну и за ивенты будут пока давать еще. Соответственно, добавлена автоматическая синтезация камней. Для этого у вас нужен дух больше 40 уровня. Соответственно, собираются ресурсы у вас, забираются у вас деньги, необходимые для синтеза ваших камней. Доступно это все из меню черного духа. Открываем синтез камней, вторая вкладочка. Здесь выбираем, до какого грейда будет синтезироваться. И подтверждаем. У меня сейчас нет камней, которые могу синтезировать, но это, в общем, на автоматическом режиме все действует. Синтезируется именно тот грейд, который вы указали. Соответственно, добавлен здание, с помощью которого можно вытаскивать камни из вашей экипировочки. Чем выше здание, тем, соответственно, больше точек и лучше предметы, более высокого грейда, вы из них можете вытаскивать точки. Соответственно, можно строиться от 5 уровня. Повышается дополнительные здания добавили, с помощью которых можно повышать бафики делать. Сейчас мы перейдем к приватной территории. Покажу, как это выглядит. То есть культуры определенные, нам дается либо опыт к битве на 2 часа, либо опыт к мирному ремеслу на 2 часа.
либо, соответственно, восстановление способностей, ну, увеличение способностей на 50. Статистики, ну как это сказать, вашей силы на 50. Соответственно, покажу вам здание, как это выглядит все. Здание выглядит вот оно, я сейчас начал уже строить. Таким образом, его можно выбрать в меню построек. Здесь же можно строить вот эти вот статуи, которые будут давать бафики вам. И также разбирать ваше оружие, броню, там, что вы хотите получать с этого ваши точки. Поехали дальше. У нас изменилась система учета вашего силы атаки, вашей боевой мощи. Соответственно, теперь учитывают все факторы, знания, например, какие-то дополнительные моменты, которые бафуются. Теперь я стал четко показывать вашу боевую мощь. Она складируется из всех ваших достигнутых моментов в игре, всех бонусов, которые у вас есть. И, соответственно, отображается это все теперь четненько. Также будет дополнительно отображаться дополнительные бафы. То есть у вас есть ваша характеристика, которая не меняется у вас очки. Если вы бафаетесь, у вас идет к статическим остам, очкам просто дополнительный бафик. Как я говорю, статистика вот это вот учитывает все ваши камни установленные, всю точку, все дополнительные параметры, дополнительные от знаний бонусы, все это учитывается, и это все фиксируется раз в неделю, обновляется и учитывается ваш рейтинг, который здесь указан в системе рейтингов. Он действует на все сервера, оказывается, не только на тот сервер, который вы сейчас играете. Следующее, что у нас есть, это если вы состоите в вот этих трех последних элементах, трех последних, получается, трех самых лучших по силе БМ уровнях, то вы получаете дополнительный баф, который можно использовать на 20 секунд, откат 10 минут, 15 скорости и атаки. Скорость атаки и скорость перемещения это при первом попадении в первый класс, во второй класс это 10% и в третий класс 7%. Также у нас дополнительное еще изменение. Каждые 10 уровней ваших навыков добавляет плюс 5 атаки, плюс 1 атаки, плюс 1 деф и 10 максимальных хп. Где это можно смотреть? Смотреть это можно в статистике ваших навыков. То есть каждый навык, который у вас есть, каждый уровень добавляет вам очки атаки, очки защиты и хп. Чем выше ваш уровень умений, тем больше этих очков у вас есть. Дальше у нас идет категория дополнительные. Добавлю в магазины всякие плюшечки, паки. Я их разбирать не буду, там на жемчуг, на серебро, на всякую точку, на книги, ну, в общем, как обычно. Народ раскачался, вот теперь они этим допиливают, добавляют. Ничего, на самом деле, там интересного прям нету. Кто хочет, посмотрит. Добавили у нас двух петов, это снежный собака, похожая на волка, и Изнаиды кот, я называю это кот Шреддингера, я не знаю, как он такой вот. Такой для меня кот Шреддингера, в общем. Что у нас дальше есть? У нас ивенты стартовали. Ивенты по синхронизации, по синтезу камней дополнительно будет у нас выдаваться призы с 24 по 28 марта. Все, кто участвовал в этом ивенте, будут, ну, кто синхронизировал просто камни, будет дополнительно получать бонусики. И второй у нас ивент, это для тех, кто донатит. Вот эти паки покупают на 7 на 20 день, дополнительно бонусики тоже причитаются. Продлен период ивента
выдача призов за ивент по поводу весны, прихода весны, и также ивент «Счастливый коллекционер». Это два ивента, которые у нас были, я их уже давно завершил. Да, все, в принципе, кто играет, тоже их завершили. Это чисто продление. То есть эти вот ивенты на 7 дней, у кого были, они продлились. И этот ивент тоже можно забрать подарочки, все, кто не успел потратиться. Что у нас еще было? Изменения в классах. Добавили правильное перемещение персонажей. Пофиксили воина. Пофиксили лучницу. Добавили, соответственно, в автоматическом режиме убрали оповещение о области атаки. И также добавили дополнительную атаку к вращающей стреле. Ну, по сути, пофиксили. Гиганту тоже пофиксили и волшебницу пофиксили. Что касательно Гзарочки. Пофиксили они проблемы, которые возникали со спавном, там, с вылетами. Также такое глобальное изменение. Гзарочку пофиксили умение, вот это вот у нее, то, что она огнем пуляется, теперь она пуляется в конкретное место, в конкретных людей. И обычно это ваншотит. Такое вот у них изменение. Соответственно, общую атаку они убрали. Что касательно монстров, были пофиксены всякие монстры, они были упрощены, порезаны, по сути дела. И такой из глобальных, из интересных моментов, что теперь количество целей максимально 10 на персонажа. Соответственно, если персонаж захватывает больше 10 целей, он просто моб перестает его атаковать. Соответственно, ограничение 10 мобов ввели. Касательно питомцев, добавили они максимальное увеличение еды, возможности кормежки на 2, 3, 4 грейде. Соответственно, с первого уровня увеличили и на последнем уровне. Ну так, существенно. Но они, по сути, пофиксили то, что у них была проблема. Соответственно, по предметам. Добавили они, соответственно, возможность кормежки черного духа. Увеличили они грейд экипировки на 30% при кормежке. И при вдруг кто-то легендарной экипировкой вдруг захочет кормить черного духа, на 900% увеличили прирост. Соответственно, можно скормить и 900% плюсом вы получите. Соответственно, миссии добавили, изменили лабиринт, теперь с 7 волн до 4 исправили, поменьше стали, все сразу нафигачили. И самое такое интересное, добавили фрагменты, которые будут падать с лабиринта, с прохождения. Еще такое замечание, что они пофиксили серебро, которое вы получаете в награду, и опыт. И также монеты Шикату, сколько вы получаете. То есть люди прокачались уже, поэтому можно будет спокойно получать больше награду. За это все. Что касательно кусочков, которые я говорил. Изменилась система покупки и получения рун, а также артефактов. Теперь нужно их можно получать только за определенные вот эти кусочки, которые... Опять же, выпадают с мобов, копятся за какие-то ивенты, выдаются. Плюс также за прохождение лабиринта вам тоже подаются кусочки. Соответственно, раз в сутки вы можете бесплатно целый кусок прямо забрать, скрафченный. Или же в течение дня копить вот эти кусочки. Собирать их за каждые 10 штучек, у вас будет шанс 30%, поднимаете вы, что вы соберете себе нужную вещь. Нужный кусочек. Соответственно, вот эти кусочки, теперь их можно копить. Они такое ограничение сделали. Я считаю, что это стало хуже. Теперь будут отделяться люди, те, кто донатят, и те, кто не донатят. Как бы стало проблематично все это организовывать. Изменили они квестики дополнительные повторы. У них сейчас возникла проблема с получением награды. Не выдаются камень для усиления черного духа. Изменили они количество в некоторых локациях. Так, добавили фрагменты, добавили сертификаты.
Что у них тут еще изменилось? Размеры строений, которые необходимы на приватной территории, они сократились. Общий размер одного строения. Также у нас изменилось количество продаваемых еды и семян, а также всех банок с 10 до 1. Теперь поштучно продается все это в MPC в магазине. Соответственно, вы можете сами выбирать, как вы там хотите это купить, штучно, не штучно. Соответственно, порядок у них в магазине за жемчуг поменялся. Ничего там особого интересного нету, поэтому, в принципе, кроме как то, что они поменяли, убрали возможность покупки за серебро, там, в принципе, ничего интересного нету. Что у нас касательно аукциона? Аукцион у нас предел 120% от максимальной цены. Пофиксили они фиксированную цену, сделали на товары за жемчуг. То есть их нельзя выставить, теперь они имеют фиксированную цену. Какую-то 600, там, например, вес увеличение премиум пак 500. И все это, в принципе, стало фиксировано. Это что касательно премиум вкладки. Соответственно, увеличили цену на некоторые экипировочку, также на ресурсы. Все это будет расти, сразу говорю. Что у нас касательно базы знаний? У нас добавлены некоторые знания новые, исправлены те знания, которые у нас пропущены. Соответственно, максимальный уровень экзарочки тоже понижен с 30 до 10 уровня. То есть будьте внимательны на экзарочку, если у вас есть знания. Во-первых, знания, в принципе, все я подкрывал. Их можно найти в дискордике. Кидал я это в KnowGage. Тут есть видосик, есть знания вот за последние обновления, которые я сходил и открыл. Кому интересно, можете зачекнуть. Касательно экзарки. Соответственно, максимальный уровень у нас стал 10. Те, кто докачал, максимально плюс 10 получается к атаке смогут иметь. Что у нас дальше? Дальше у нас исправлены некоторые ошибочки, некоторые текстурки, отображения. Перемещение, вот, в принципе, эти баги должны быть исправлены. Исправлено у нас отображение подсказок. Как мы помним, сейчас вес изменился, система веса. Если у вас есть перевес, то вы продолжаете атаковать, просто у вас уменьшается сила атаки. Изменились оповещения, пофикшены были. Фиксированная сила атаки у вас стала теперь в зависимости от вашего крипа, уровня и изученных технологий, изученных скиллов и тому подобное. Бафики все идут отдельно. Соответственно, изменились у нас система заточки оповещения после 50 уровня. Изменился у нас дроп серебра, он каждый теперь считается каждые 20 секунд, не удивляйтесь, если вы не увидите дроп серебра мгновенно, это делается для стабилизации сервера. Также у нас изменен цикл обновлений в магазинах, где можно сдавать, допустим, рыбу или же какие-то товары до 18 часов. Соответственно, на аукционе мы можем обновлять доставочку теперь 5 раз в день. Соответственно, тратить нашу энергию для обновления вот этих NPC можем 5 раз в день. Соответственно, что у нас там? Костюмчик пофикшен. Пофикшена лояльность к Маргарет. Добавлена возможность зума персонажа в
окне о персонаже. То есть можем удалять, отдалять, приближать персонажа. Сейчас покажу, как это действует. Заходим в окно персонажа. И вот этот персонаж, который у нас был. Теперь можно его отдалять, смотреть как хотите. Где хотите. Соответственно. А вот это было сделано. Исправлена ошибка черного экрана, когда перемещаемся в поле битвы на лошадях. Загрузка на некоторых устройствах. Для iOS патч Profiction был. С чатом изменили, когда он некорректно отображался. Не вовремя. То есть пишешь чат, он не всегда писался. Изменили проблему. Иногда максимальные настройки и графики не применялись на устройствах. Исправили они геймпад для iOS работу. И, соответственно, корректировку синтеза и оповещений. Это все было, в принципе, исправлено. Такой, в принципе, красненький обзорчик, что у нас было по нововведениям в игре за 24 числа. Основной патч выложен в группе и в Дискорде. Там более подробное описание, кому интересно. Всем спасибо. Пока-пока.